Начинается. Что за прикол? Да чё за прикол? Блёх-мух, как меня это раздражает. Камера. Неужели? Здорово. Даркс? Первый раз такого вижу. Или я уже просто всех забыла, я так давно не стримила, что я уже вообще... Ведьмак должен был встретиться с нильфгаардским агентом, что громковато, который пребывал в этом опустошенном краю. Новенький. Его основной привет. Сбор сведений о Цинце. Однако Геральт не смог добраться до Генрика. Его опередила дикая охота. На месте ведьмак обнаружил только тело агента. К счастью, призрачные всадники не добрались до его завета. Very Dread, привет. Узнал, хозяина этих мест, я у Нэмкода часто сижу. Ясно. Значит, ты меня через Нэмкода нашел. Тёма, привет. Ну, уже дела нормально. Если вы не заметили, я давно не стримлю, у меня были кое-какие проблемы в моей жизни. Сейчас вроде бы все налаживается. Я просто болела. Короче, я в первый день выхода Ведьмака, я вообще так мечтала сразу же в него поиграть, вообще как только он вышел. Вот в первый же день я заболела и... так и не смогла в него поиграть. Господи, что, что здесь творится? Вот, и только сейчас я первый раз его стримлю. Блин, вот эта женщина меня то ли обманула, то ли что, я не пойму. Черт побрось. А, все, она со мной уже не разговаривает. Короче... я сейчас еще раз пойду в ее особняк. Она попросила меня убрать оттуда типа привидений. Я их убрала, и она мне дала ключ от шкатулки, короче. Говорит, в этой шкатулке все мои сбережения, а там было пусто. Она меня тупо обманула. Спасибо. Ой, Кирилл, привет. Вот, и она такая говорит, не, ну может кто-то украл типа эту шкатулку? Ты, говорит, поищи там. Вот я сейчас еще раз хочу туда сходить, поискать ее. Блин, я только не помню. Ой. Кажется, я забыла, где это было. А, вот, поместье. Сейчас я посмотрю. Короче, может, кто-то реально стырил эту шкатулку. Сонная? Блин, Кирилл. Ну, тебе это как кажется, внешне или по голосу, что я сонный? Знаешь, если бы ты 2 недели провалялся в больнице, я бы на тебя посмотрела. Наверное, ты бы тоже был немножко замученный. В любом случае, я выгляжу уже лучше, чем было раньше. То, что я не стримила, ну да. Ой.
Она раньше меня сюда пришла, нифига себе. Может быть, она мне сейчас расскажет, где... Нет, она со мной не общается. Прикол, она только что в баре стояла, там же, где я. Блин, куда же ты свою шкатулку дела, а? Подстава. Короче, там был ключ от сарая в этой шкатулке. Вот что-то в сарае я сейчас поищу. Нефилимиус, привет. По глазам. Ну, возможно. У меня просто глаза такие. Ты меня уже забыл, наверное. У меня глаза такие, что кажется, что я сонная. Они у меня всегда такие, типа, полузакрытые. Так. Это у меня такие глаза. Вот здесь только эта надпись. О, что-то лежит, что-то лежит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Опачки. Там что-то есть. Шкатулка. Как я сразу-то не заметила? Так, и... Как мне это... Открыть? Непонятно. Какая сложность? Написано hard. А, вот ее сбережение, 100 рублей. Ну ладно, хоть что-то. Блин, я с первого раза просто не нашла. Я на максимальной сложности играю. Я не люблю играть на легком. Вот, но Ведьмака я не хотела играть на трудном сначала. Потому что мне второй Ведьмак вообще очень сложно давался. И мне не получалось никого убить и все такое. А потом я подумала, что ладно, не буду я изменять своим принципам. Буду играть на трудном. Так. Сейчас выберем задание. Короче, я пошла на задание... про красного барона, и оно для меня очень сложное оказалось. Я вообще не могу там убить одного чувака, поэтому я сейчас пойду на какое-нибудь другое задание. Здесь очень долгая прокачка из-за того, что я играю на трудном. Ладно, пойду вот к этой ведьме тогда. Ответь, какая... Ага. Богатая бабуля. Да, блин, 100 рублей очень много. Год или два назад ходил до больницы и до дома, и так каждый день. Не, давайте не будем про больницу, это вообще никому не советую. Там оказывается и самый такой правильный совет. В общем, если что-то болит, обращать на это внимание сразу, а не затягивать, как у меня это произошло. Тогда дело не дошло бы до больницы. Ну вот, меня отпускали на выходные, и я поиграла вот немножко в Ведьмака, как видите. Дошла до 5 уровня. Мне вообще офигенно нравится. Конечно, я после Bloodborne вообще не хотела играть ни в какие RPG. Ну, вот этот Ведьмак, он настолько лучше второго, что тут бесспорно крутая игра. Ну, не 10, конечно, потому что она очень во многом кривовата. Слушайте. О, накер. Да спускайся-то. Я играю в нее не очень, мне кажется. Пока что. Сразу предупреждаю. Да достаньте меч, блин! Чего он меч убрал? Ну вот, кривизна, вот он просто берет и убирает меч. Вот. Почему? Так.
Не, ну эти накеры лохи. Да блин! Блин, ну они меня все-таки побили. На харде сложно играть. Ирен, Симба. Ну, конечно, сложно. На харде, блин, очень долгая прокачка. Это для меня самая основная сложность. Вот. Постоянно убивает, ну, конечно, сложно. Но и на другой сложности я уже не хочу играть. На другой просто будет неинтересно. Так игра у меня получится такая длинная, во-первых, очень длинная. Блин. Ты, я по ним попасть не могу. Что за фигня? Ну вот, приходится всеми фишками пользоваться, всеми маслами, бомбами, всегда всего не хватает, короче. Прикольно. Денег мало, я не знаю, это связано со сложностью или нет. Привет, давно не виделись. Привет, Кас, привет, да. Я давно не играла. Да ёпрс! Ну вот, я не сохранилась. Ладно, пофиг. Мальчику укусил клещ, родители утащили его в церковь, в больницу он попал уже в критическом состоянии. Ужас какой-то ты пишешь. Вова когда стримить будет, кто знает? Я не знаю, что-то Вова пропал действительно. Сколько... Ой, у меня тут котик рядом лежит. Сколько дней он уже не стримит? Дигнум, привет! У тебя не самая высокая? Что у меня не самая высокая? Сложность? Ну, из тех, что были доступны, у меня самая высокая. Щет. Меня прибили. Я даже не сохранилась. Вот, блин, попадос. Люса! Привет. Battle Angel. Здесь загрузки еще дольше, чем... О! Смотрите-ка. Кажется, я уже взяла... Загрузки дольше, чем Bloodborne, прикиньте. Я думала, дольше уже не бывает. Бывает, оказывается. Вопрос, кошелек-то я, блин, забрала или нет? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Нет, блин. Там что-то есть. Шкатулка, шкатулка. Вольф Киллер? А чё ты все время меняешь-то никнеймы? Ну, привет, привет. Как дела? Хорошо, спасибо. Намного лучше. Дела все лучше и лучше. Я вернулся. Ты чё, выходил? Я не заметила. Где конь мой? Мой конь. Короче, я сейчас пойду на задание вот это вот с ведьмой. Если честно, я уже даже не помню, что это за задание. А может, быстрое перемещение сделать? Просто оно мне по уровню подходит. Так. О, смотрите-ка, здесь рядом.